Сегодня в меню у меня капустная запеканка. Я приготовила капусту, 3 яйца, помидоры, чеснок, сладкий болгарский перец, шампиньоны, морковь, репчатый лук и консервированный острый перец. Из специй нам потребуется перец, соль, паприка, куркума и столовая ложка крахмала любого, или картофельный, или кукурузный, какой у вас есть. Запеканку мы будем готовить на сковороде, поэтому нам нужно взять тарелку, чтобы она диаметром была, как наша сковорода, потому что запеканку мы будем переворачивать. И приступаем. Разогреваем растительное масло на нашей сковороде и мелко режем репчатый лук. Морковку я натираю на крупной терке. И высыпаем на сковороду. Шампиньоны просто порежем. Почистим и порежем. И добавим к овощам. Перец нарежу маленькими кубиками. Огонь я сделала средний, и будем тушить наши овощи до мягкости. Овощи на сковороде у нас под крышкой тушатся. Мы порежем помидоры. Помидоры, и осталось у нас еще чеснок. Можно через чеснокодавилку, можно просто мелко порезать. Thank you.
Сейчас я наши овощи посолю, поперчу, добавлю куркуму, паприку и порежу острый горький перец. Овощи наши готовы. Вот так они выглядят. И я поставила на газ кастрюлю. Хочу закипятить воду, потому что нашинкованную капусту мы будем опускать в горячую воду минут на 8-10. Капусту я нашинковала, вода у меня закипела. И сейчас я капусту отправлю в кастрюлю с горячей водой. Прошло 10 минут. Я капусту достала, откинула ее на дуршлаг. Сейчас переложу в кастрюлю, добавлю 3 яйца и посолю. Сейчас к капусте мы добавляем наши овощи, обязательно остывшие, и столовую ложку крахмала. На сковородку наливаем масло и выкладываем нашу овощную смесь. Ровненьким слоем и стараемся ее разровнять, прижать к дну сковородки. И пусть она у нас теперь жарится с этой стороны 10 минут. Я огонь сделала средний. С одной стороны у нас уже запеканка поджарилась, я переложила ее на тарелку. Сейчас на сковородку добавляем масло и будем жарить другую сторону. Аккуратненько вот так ее выкладываем. Накрываем крышкой и на средний огонь. Тоже минут на 10. Запеканка у нас уже приготовилась, пусть немножечко остынет. А я тем временем для украшения нарежу немножко зеленого лука. Капустная запеканка наша готова. Сейчас попробуем. Вот так вот она выглядит аппетитно. Мы кушаем ее со сметаной. И украсим зеленым лучком. Все. Пожалуйста. Все, кто готовили со мной, спасибо большое вам. До свидания.